Мої вітання, ви дивитесь «Зірковий коктейль» програму про відомих і талановитих. Сьогодні у нас в гостях харківський комік Альберт Лалаян. Альберт, я знаю про те, що ви досить відомий у Харкові, такий комік, так? Розкажіть, будь ласка, як взагалі розпочалася ваша така гумористична діяльність? Стендап конкретно. Так. А когда-то в Харкові було зарождення стендапа. Непосредственно в Харькове было зарождение стендапа в Харькове. Вот. И меня пригласили выступить. Я выступил, выиграл. Потом на 2 года завязал. Вот. А через время опять начал выступать. Чем цікавий взагалі стендап цей? Тому що не кожна людина може вийти і утримувати аудиторію протягом певного часу, максимально смішити. І мені здається, що тут потрібна супер-сверх-харизма. Ну, я в детстве упал в чан с харизмой, вот, и я как Обеликс наделен харизмой. Нет, если серьезно, то я думаю, это все создано для того, чтобы люди, которые приходили, они понимали, что у них в жизни не все так плохо, как им кажется. Потому что есть люди, которые вроде, ну, нас сегодня будет 2 выступать, вот вроде нас, которые рассказывают о своих проблемах поярче, вот. А що можете сказати про свої жанри, про власне текст? А як ви його пишете? Можливо, хто вас надихає і чи багато часу на це витрачаєте? Я, чесно, взагалі не уділяю тому время. Вот, оно просто либо приходит, либо не приходит. Теми беруться із ніоткуда. Просто наблюдення какие-то или какие-то взаимоотношения с людьми, которые достигают абсурдных ситуаций. Вот. Ну, в целом, все, что происходит в жизни, то я и рассказываю. Ничего не придумаю. Загалом, це написаний текст, чи ви дозволяєте собі ще час від часу імпровізувати? Я не люблю вообще писать текста, вот, поэтому программа у меня состоит из пунктов просто, о чем я хочу рассказать. Вот, в каждом пункте есть прописанные шутки, которые каждый раз звучат по-новому, потому что ни разу я их не записывал и не выучивал. Вот, потому что, мне кажется, так гораздо искреннее все выглядит и интереснее от этого. Когда я ехал, собственно, на море, была такая ситуация, что со мной ехала беременная женщина. Она попросила, чтобы я уступил ей нижнюю полку, а сам поднялся на верхнюю. Я в шутку предложил ей, а давайте я вам уступлю, если вы назовете сына в мою честь. Она согласилась, но потом узнала, что меня зовут Альберт, и молча полезла на вторую полку. Кстати, в этом поезде я был единственный, кто не бухал. Поэтому даже машинист пришел и попросил меня посидеть за рулем. А машинист бухал давно, поэтому у него в поезде есть руль. На самом деле, знаете, в поезде было безумно вот, неинтересно, скучно, что ли. Поэтому я увидел девочек в соседнем купе и предложил им поиграть в карты на раздевание. К моему большому сожалению, очень активными оказались их мамы. Кто победил? Мамы. Цікаво, як про ваш гумор говорять у Харкові, зокрема? Я не знаю. Не цікавились? Ну, от, наприклад, є ті, у кого гумор, знаєте, такий собі 50 на 50. Є ті, у кого реально гумор класний, і до них хочеться йти, хочеться дивитися, як вони виступають. Чи не цікавилися ви у своїх друзів, знайомих, можливо, колег, як вони вас оцінюють? Мені кажется, на все є свій покупатель, вот. І кому-то буде смішно, кому-то буде не смішно. Це нормально. Вот. Ну, когда люди смеются, я знаю, что смешно. Вот. Я привез то, с чего люди смеются в Харькове. Вот. Сьогодні ви приїхали до Черкаси своїм сольним стендапом. Я так моніторила, так зрозуміла, що із Харкова перебралася до Черкас. Тобто це не такий тур всеукраїнський, так? Ні. А чому саме Черкаси? Слухайте, приємно з одного боку, а з іншого виникає саме запитання, чому чи? Вообще, на самом деле, это было очень спонтанно. Мы должны были приехать к вам командой выступить 8 ноября, да, на день рождения КВН. Угу. Вот, и мы подумали, почему бы не приехать, не выступить командой и там 9 или 10 сразу дать концерт. Вот. А потом так получилось, что у нас не получилось приехать 8 числа, и мы решили не отменять концерт. Вот. Исключительно из этого исходя. Ну, це може стати якоюсь рушійною силою, щоб реально помандрувати областями всієї України? Ну, посмотрим, вот.
пока ничего точно не могу сказать, но после Нового года будет еще несколько концертов. Где, как, зачем, я пока сам не знаю. Но они будут. Если сегодня все пройдет хорошо. А я надеюсь, все пройдет хорошо. Мы вам всего щиро бажаем. Обов'язково будемо за вас болювати. Я сподіваюся, що черкащани вас дуже тепло приведуть і будуть насправді захоплені вашими жартами. Будет отлично, потому что если они не будут восторжены, захоплені – это восторжены, правильно? Угу. То будет не очень хорошее мероприятие. Вот я рассчитываю на их смех, на их радость и на общение. Вот. Я очень надеюсь, что мне удастся пообщаться со зрителем, потому что я хочу поимпровизировать немножко. Угу. Ну, лише оптимістично дивимося в майбутнє. Да. А взагалі, які ви собі ставите цілі на майбутнє? І надалі хотілося б пов'язати, розвиватися у цьому жанрі? Чи, можливо, вбачаєте себе серйозно в якійсь іншій професії? Я не знаю теж. Вот, я буду цим займатися до тих пор, поки мені це буде цікаво. Вот. И, в принципе, буду всегда заниматься только тем, что мне интересно. На данный момент мне интересно это, я делаю это. Вот, как только мне это перестанет быть интересно, я, вероятно, откажусь. Если мне будет интересно работать на стройке, я готов работать на стройке. Главное, чтобы мне нравилось. Вот. Что можете сказать про себя у буденном жизни? Это гуморист и далее он поза сценой? Нет, ни в коем случае. Я... Слишком... Нет, ну я не знаю. Все, что я буду рассказывать непосредственно на самом выступлении, это вот и есть вот буденное життя. Вот, потому что все это берется из личных каких-то соображений, шуток, веселостей и прочего. Вот, я просто, допустим, выхожу на улицу, иду по городу и замечаю что-то, что меня удивляет, я это записываю, начинаю об этом думать и рассказываю об этом. Вот, поэтому все по факту, что происходит на сцене, это все и происходит в повседневной жизни. Тобто ви спостережливо особистість? А нельзя быть стендап-комиком и не наблюдательным. В общем, вся работа стендап-комика – это, наверное, быть наблюдательным. Вот. Потому что чем больше ты видишь абсурдных вещей, а их по факту очень много вокруг, это вплоть от того, что бабушки каждое утро ездят на маршрутках из конца города в конец города, до каких-то более глобальных вещей, там даже связанных с политикой или с какими-то мировыми новостями. Вот. Поэтому главное вот наблюдать и видеть в этом всем абсурд. Или просто какую-то несостыковку, или просто это должно как-то задеть или поразить. У компаніях серед друзів ви вважаєте себе центром цієї компанії? Чи взагалі так трапляється, що переважно ви можете смішити своїх друзів, жартувати? Проблема в том, что все мое окружение – это в основном юмористы. Вот, поэтому таким прям центром я себя не чувствую, потому что каждый из нас, грубо говоря, своего рода личность, которая умеет шутить. Вот. Я чувствую себя, знаете, частью чего-то, вот, что смешит друг друга. Но я не выделял бы себя. Вот. То же самое и в команде. По факту мы командой. Команда является самым близким кругом общения, и у нас абсолютно равные права и в общении, и в коллективе, поэтому не чувствую такого. А что, взагалі, можете сказать про выступы? Вот есть сейчас все ж таки в моде стендапы, и есть тогда командой выступаю. Все ж таки, что можете сказать, вам комфортнее одному бути на сцене, чи с кимось, с коллегами? Конкретно в моем случае, мне как жанр больше нравится стендап, но гораздо комфортнее мне как раз выступать с командой, потому что мы довольно-таки давно общаемся и являемся друзьями, и очень легко взаимодействовать друг с другом, и оттого это очень интересно становится. Поэтому мне больше нравится выступать командой. Но командой мы не можем давать стендап-концерты. Хотя сегодня вот Вова еще со мной приехал. Он будет тоже выступать в начале. Он тоже у нас в команде. Отличный парень. Вот, будет смешно, я думаю, у него как минимум. Какие цели ставите перед собой? До чего прагнете? На сегодня? Ой, я бы такой, чтобы просто хорошо выступил. Поехал бы в Харьков. А если брата уже бишь так наперед? Там... Честно, я вообще не думаю. Мне настолько неинтересно думать об этом всем будущем, которое может случиться, а может не случиться. Вот.
Я вот делаю то, что мне нужно делать сейчас. А что будет потом, я как-то не задумываюсь. Постепенно так вот. Ти першнім, так, да, по суті, да, жити. Да. Не минулим, не майбутнім, а те, що є зараз. Зараз і здесь. Традиційним завершенням нашої програми є така своєрідна асоціативна гра. От вам варто уявити, що існує коктейль під назвою Альберт Лалаян. Угу. От які інгредієнти мають війти до цього коктейлю? Алкогольне? Будь-що, з чим ви себе асоціюєте? Ох. А можна оставити стакан пустим? Чому? Ну, это как минимум интересно, правильно? Это вы себя ассоциируете с порожним стаканом, с порожней склянкой? Нет, я просто к тому, что, может, каждый будет наполнять по-своему этот стакан. Вот. Я просто считаю высокомерно говорить о себе. Типа, смотрите, значит, там немного харизмы в стакане, немного рэпа. Чего это? Глядачи сможет зрозуміти, яка ви особистість. Ви думаєте, мені цікаво? Звичайно, це оцінка самого себе. Ну, смотрите, я би закинув туди музики, угу. Чорної музики. Нікого не хочу обидіти. Чорної, це тобто якої? Я являюсь диким фанатом музики, зв'язаної з чорною культурою, грубо говоря, там це хіп-хоп, сол, джаз, угу. фанк. Так. Вот. Угу. Вот очень много, вот буквально полстакана, это вот, этой, вот этих штук. Вот. И полстакана... Рибачество. Да. Тобто вільний час ви полюбляєте бути на рибалці, ловити рибу? Да, да, все вірно. Ловлю рибу і слухаю реп. Вот. Так, з цим розібралися. А тепер якби риса характеру. От ви вже частково казали харизма і ще що. Да. Я думаю... Я думаю, я веселий. Угу. Вот. Думаю, вот сейчас нудный. Иногда интересный, иногда неинтересный. В общем, мне кажется, просто я не могу объективно сейчас составить этот портрет. Скорее всего, это будет очень субъективно, от того очень неинтересно и... Але тим не менше кілька раз. Давайте ви скажете. От ми самі поговорили. Ви є з нашої програми. Ну все ж таки, я думаю, наші глядачі зрозуміли частково, тому що ми змогли із нього витягнути хоча б трошечки характеристики. І дякую вам за приємне спілкування. Бажаю, аби в Черкасах ви отримали максимальну насолоду від того, що виступаєте саме тут. Спасибо. Дякую. Хочу також подякувати вам, любі глядачі, за те, що ви цей час провели разом з нами. Ми зустрінемось рівно за тиждень. Бувайте.